Приятные заслуженные подарки в преддверии Нового года. Сегодня в библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошло вручение премии главы Карачаево-Черкесии в области литературы и искусства. Писателям, поэтам и сотрудникам библиотек грамоты и денежные призы от имени главы вручил министр культуры республики Рамазан Бароков. Напомним, что премия в области литературы и искусства присуждается деятелям литературы и искусства один раз в два года за создание эпических масштабных произведений, отражение дружбы народов Карачаево-Черкесии и межнационального согласия. Всего сегодня было вручено 5 премий. В том числе этой высокой награды был удостоен сотрудник телеканала «Архиз-24», молодой поэт Артур Кинчишауф за поэтический сборник «Шепот предков». Мне очень приятно, что руководство республики и Министерство культуры вот выступили с такой оценкой этого сборника. Это еще один стимул работать дальше, развиваться. Я думаю, что это очень хороший стимул также молодым авторам, новым поколениям, чтобы они не оставляли это дело, развивались, писали, потому что слово, как мы видим, не обесценивается, оно все так же востребовано в нашем обществе. Пользуясь случаем, сразу же от души искренне вас всех поздравляю от имени главы и правительства, председателя правительства с наступающим Новым годом, пожелать вам огромных, больших творческих успехов в нашей очень нужной работе.